В зону проведения специальной военной операции отправился очередной гуманитарный груз. Ребятам на передовую отправили дизель-генераторы и автономные воздушные отопители. Оборудование приобретено по запросу районной администрации на средства со специального банковского счета, открытого районным штабом организации «Боевое братство», по оказанию помощи военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Деньги расходуются на приобретение оборудования, экипировки, теплых вещей, медикаментов и прочих так необходимых на фронте вещей.